Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Как вы уже знаете, я очень люблю выпекать домашний хлеб. Аромат хлеба создает тепло и уют в доме. Сегодня мы будем выпекать очень вкусный и полезный хлеб с овсяными хлопьями. Хлебушек получается нежным, мягким и очень вкусным. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. Для теста нам понадобятся следующие продукты. 360 граммов муки, 2 чайные ложки сухих дрожжей или 20 граммов свежих, 55 граммов овсяных хлопьев, 125 миллилитров теплой воды, 40 миллилитров молока, 25 граммов жидкого меда, 25 миллилитров растительного рафинированного масла и 1 чайная ложка соли. Без горки. Первым делом, что мы делаем, заливаем овсяные хлопья кипятком. Хорошо размешиваем и дадим постоять им 15 минут. Чтобы хлопья лучше запарились, накрываем тарелочкой. Замешиваем тесто. Значит, в миску выливаем тепленькую воду. Она у меня слегка горячая, но у меня холодное молоко. Добавляем сюда мед, 25 граммов. Мед должен быть жидким, но не горячим. Размешали. Попробовали, тепленькая. Теперь высыпаем сухие дрожжи. Тесто у нас безопарное. Замешивается просто. Вливаем растительное рафинированное масло, соль, чайная ложка без горки. Добавим немножечко муки. Затем мы в тесто добавляем овсяные хлопья запаренные. Если у вас есть жидкость в хлопьях, обязательно ее слейте. И размешиваем. Хлопья не должны быть горячими. Этот домашний хлебушек с овсяными хлопьями будет просто вкуснейшим. Обязательно приготовьте. Он ароматный, нежный и полезный. Затем мы добавляем муку. И вымешиваем. Посыпаем стол мукой. Немножечко. Выкладываем сюда тесто. Сверху притрусили мукой. Смазали ручки растительным маслом. Скажу вам сразу, тесто очень послушное, такое мягкое. Замешиваем. Хорошо еще раз подмесим, но все равно тесто должно оставаться мягким. Не забивайте. Лучше потом еще раз подмесить. Посыпаем миску мукой, выкладываем сюда тесто. Оно должно получиться мягким. Посыпаем сверху мукой. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. Тесто у нас поднималось 1 час. Смотрите, какое красивое. Руки смазала растительным маслом. Стол посыпала мукой. И выкладываем наше тесто на стол. Тесто прекрасное. Только его еще нужно немножко подмесить. Тесто еще подмесим. Хочу вам сказать, что тесто липковатое. У нас же овсяные хлопья. Вот такое тесто у нас должно получиться. Мягкое, липковатое. Теперь я беру форму в диаметре 14 сантиметров. И высота формы тоже 14 сантиметров.
Выкладываю сюда тесто и оставляю его на расстойку на 40 минут. Смотрите, как хорошо поднялся наш хлебушек. Теперь ставим хлеб в разогретую духовку на 180 градусов на вторую полочку снизу. Режим вверх-вниз. Мой хлебушек выпекался 50 минут. На кухне стоит такой насыщенный аромат печеного хлеба. Уютно сразу стало. Обязательно приготовьте хлебушек по этому рецепту. Он очень ароматный. Достаем наш хлебушек с формы. Смотрите, красота! Легкий, румяный со всех сторон. Пусть немножко остынет. Вот такой красивый румяный хлебушек у нас получился. Хлебушек полезный, с овсяными хлопьями. Обязательно порадуйте свою семью ароматным, сытным домашним хлебом. Хочу вам показать, насколько мягкий хлебушек. Смотрите. Прекрасный хлеб. Сейчас мы его разрежем. Ой, воздушный. Он у меня еще тепленький. Ой, ну это красота. Смотрите, вы видите? Это не рецепт, а сказка. Обязательно приготовьте. Аромат потрясающий. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!